Доброе утро, ребят! Я наконец-то выкладываю видео. Вообще закинула это все. Вернее, не закинула. Нет времени. Хочу постоянно спать. И сейчас я прохожу обучение в Target School. Вот у меня это седьмой день. Ой, седьмой. Пятый день. Всего 7 дней, хотела сказать. Это круто. Вообще, это настолько круто. Это прокачка в Instagram. Вот. Мне это очень нравится, очень интересно, просто очень. Присылают каждый день уроки, нужно все выполнять. Я завтракаю, уже покушала и сейчас пью кофе с молоком, который надо варить в турке. Я его вот так вот, не знаю, сейчас жду, пока сядет. И буду есть вот такие вот поцелуйчики. Родня вчера дала. Поцеловала. Спасибо большое. Буду сейчас пробовать. Пришла с парикмахерской, у меня уже вторую неделю. Начинается с каких-то нововведения красоты выходные. На прошлые выходные были ногти, теперь стрижка. В общем, круто. Я, как всегда, рада и довольна. Все, сейчас пойду домой готовиться к мастер-классу. Тоха поехал с бабушкой, с дедушкой. А я пошла готовиться к мастер-классу. Пренчики для мастер-класса напекла. Все шарики готовы, можно сказать, надуло. Сейчас уже скоро буду собираться ехать. Я еду на мастер-класс. Я, как всегда, блин, не могу быть пунктуальной, поэтому уже 12:52, я только еду, к часу нужно. Уже вообще-то там быть и все начать, но я вот как всегда, как будто это мне на мастер-класс, тут коровка пасется. Ну, в общем, тут делаем пряники, конечно, вообще не густо. В час был один человек, и сейчас один человек. В общем, лето. Да, Артём? Лето. Сергеич пришел к нам. Все хорошо, сынок? Что вы там играли? Руки только от арта убери, пожалуйста. Сергеич. Ему рисует глазки. Красиво. Бери, смотри, немножечко бери вот сюда. Да. Вот так, да. Главное, мы сильно не давим, да? Вот, молодец. Теперь я рисую зрачок. То, чем мы смотрим, да. Тоха тут свои пряники. Да, сына? Ты тоже такой нарисуешь? Да. Да? Завтра придешь? Будем в горошек делать, да? Да. Мы в садик за Фонькой. До свидания, Елена. Марго тоже сейчас заберем. Это диванчик? Да. А Марго уже будет старшей, да. Уже на этой стороне. Да. Маргарита. Афоня, зачем ты ее выкинула? Все, дети мои, беремся за ручки, пошлите. Одна не твоя. Одна не моя? Но тоже моя. Привет! Привезли дети Марго домой. Мы вдвоем с любовью. Сегодня было 2 человека на мастер-классе, но здесь 3 человека сегодня. Ну, помимо тех, кто нас будет еще тренировать. Любовь даже с хвостиком. Причесон. Да, потому что волосы уже... А я лысенькая. Сними меня, кстати, сзади. Ну, вообще классно. Ой, подожди, что я сделала сейчас?
Вау, это новая прическа у Веры. Галочку, ставим галочку. Да. Лайки. Нужно поставить галочку. Тренировка закончена. Сегодня было что-то типа табаты. 30 секунд делаем, 30 секунд отдыхаем. Нас никто не снимал, но мы с Любой все делали и отдыхали. Так что круто. Ура! Я домой. 20:34. Сейчас делаю задание в моей интернет в школе, которое занятие подходит к концу. Честно, хочу еще. Потому что каждый вечер приезжать и делать. Вроде бы 20-минутный урок, но он настолько информативен. В общем, сейчас поеду и доделаю. Поеду. Прямо сейчас заеду до компьютера и буду делать. Как хорошо дома! Боже! Я балдею от своего дома, гирлянда светится. И пускай это для кого-то что-то не идеально, но я обожаю свой дом. Это супер. Что ты говоришь, сынок? Да, ты хоть тетя Любит, а спасибо скажешь? Ну да. Это тетя Люба дала ему туфельки, когда Богдан был маленький, он их носил, да? Я маленький. Теперь твои? И это все твое? Да, это все мое. Точно? Да. А ты куда это все понесешь-то? Ну, в садик. А, в садик? Да, да, будет у кого-то отдельно. А, ты там переоденешься, да? Да. Показываем покупки. Салфетки. Григорий. Йогурт. 4%. Это обычный кисленький, он не сладкий. А можно сюда малинку добавить? А давай малинку добавим и чуть сахара. Так, 2 творожка. Григорий, 2%. Что еще? Кофе, велюр, наш самый любимый. Григорий мне помогает. Губки. Ну, обычные губки. Мастер-блеск какие-то. Григорий, губки. Дальше макаронов. Тут прям 3 пачки макаронов. Потому что они сейчас по 64, по-моему, рубля. Ну, по-моему, вполне себе, да, достойная цена. Спагетти одни. И еще одни. Давай. И еще сейчас одни. Где-то вот они. Вот такой вот формы. А как такие? Пепе ригате. Пипе. Так, хлебушек. Да, как бы и с русским иногда тоже. Пергамент. Ну, для выпекания просто взяла, чтобы был, потому что когда нужно, обычно может не быть. Так, пакеты мои любимые для заморозки. Это тоже хочешь дать? АОС в этот раз взяла. Мыть посуду. Сметанку взяла, станицу это. Ну, ничего страшного, завтра борщик сварить нужно. И фольгу для запекания. И все. Вышла все это покупка. Сейчас посмотрим. Так, пакет у нас 4,90. Подожди, пожалуйста. Афонь, дай я покупку-то покажу, что это на 937 рублей. Пятерочка? Не, в магните пятерочка еще не открыта. Мой ужин. Камашка побежала, это из малины. Походу выбежала. В общем, малина, йогурт термостатный, вот этот вот 4%. И творог. Но это не вся порция, сейчас еще буду с Женей делиться. И медик. Домашненький, вкуснючий, майский уже. Рексик, привет. Иди кушать, иди, я тебе все поставила, Рекс. Так ты заходи. А ты так понюхал. Будешь ты кушать? Котик мой, не хочешь, пока я тут? Ну, я пойду. Ты будешь кушать? Котик, собачка. Я тогда пойду. Посмотрю пока на ромашки. Потому что ромашки уже все вовсю раскрываются. И радуют меня, радуют. Они волшебны, да?